Благословен Ты, Господь Бог, Царь Вселенной, даровавший нам Тору. Благословен Ты, Господь, дарующий Тору с небес, Иешуа, Мессия. Благословен Ты, Иешуа, Слово, ставшее плотью и пришедшее в наш мир, тение через свою смерть и воскресение. Благодарим Тебя за то, что Слово Твое живо и действенно, и оно разделяет от состава и мозгов, оно разделяет чистое от нечистого, помогает нам в этой жизни узнавать Твою волю. Благослови нас во имя Иешуа. Амин. Давайте мы присядем. И тут сегодняшняя глава называется «Ваякхель». И буквально она означает «и собрал». Потому что вы помните начало главы, как узнается, что глава, как в начале первое предложение новой главы дает название главе. Итак, это 31 глава книги «Исход». «И созвал Моше все общество сынов Израиля и сказал им». Вы знаете, очень интересный момент. У нас написано «и собрал». Моисею понадобилось только созвать. Он сказал: «Народ Божий, соберитесь, придите, и я вам скажу слово». И народ, представьте, народ собрался. Знаете, я вот сидел и размышлял, и думал, вот как часто нам говорят что-то, вот, давайте мы соберемся, чтобы прославить Господа. Давайте мы соберемся, чтобы помолиться за нужду. И вы знаете, к сожалению, не весь народ Израиля собрался возле Моисея. Ну, в таком плане. Но я хочу сегодня говорить немножко о другом. Эта глава очень большая, и в ней говорится о том, о пожертвовании. Кстати, очень любимое место многих людей, где практикуют, ну, пожертвование. Почему? Потому что там написано, как народ добровольно, доброхотно понес там деньги, понес там разные ткани, для того, чтобы был сделан ковчег Божий. Потому что Господь сказал, пусть народ принесет, у кого есть расположено сердце. И тут перечисляется целый список для того, чтобы мы могли построить вот этот ковчег, то, что Господь показал Моисею. Тоже интересный момент. Вы представьте себе, Моисей увидел, Бог показал ему, что есть на небе, и вот на земле он сделал точное подобие. То есть я могу сказать точно, что на небе есть ковчег, потому что Бог ему его показал. Ну, это не к этому, но очень важно, я обратил внимание на Бецалеля. Это в нашем, давайте, 35 глава, по-моему, 30 стиха. Итак, «И сказал Моше сынам Израиля». Я буду читать с еврейского перевода, поэтому немножко будет отличаться. «Смотрите, призвал Бог Бецалеля, сына Урии, сына Хура, из колена Иуды, и исполнил его божественным духом, мудростью, разумением и ведением, и талантом к любому ремеслу, искусно ткать, работать по золоту, по серебру, по меди, и резать камни для вставления в оправы, и резать по дереву, занятиями всеми ремеслами, и талантом руководить другими. Одарил он сердце его и Аглиава, сына Ахамясаха из колена Дана. Исполнил он их мудростью сердца, чтобы делать всякую работу резчика». И там перечисляется. Вы посмотрите, очень интересно. Вообще само имя, вот если посмотреть на этого человека, то он очень универсальный. То есть он может делать все. Посмотрите, он и резчик, он и кузнец, он и золотопредельщик. Ну вот кто бы хотел иметь столько специальностей? Ну, потому что Бог его дарил. Ну, конечно, я тоже бы хотел. Но интересное имя, знаете какое? Что его зовут Бецалель. Само слово Бецалель переводится «в тени Бога». То есть человек с такими великими так способностями находится в тени. То есть, знаете, вот у нас, например, там хороший спортсмен, и он уже не в тени, он уже в свете своего дара, в свете своих побед. А человек, которого Бог наградил определенными талантами, находится в тени. Это, знаете, что как бы подчеркивает то, что Бог дает дары, что все, что мы имеем, исходит от Него. И что вообще сам, вообще служитель, это человек, у которого есть что-то для других. И его место находится в тени. Потому что во главе всего должен стоять тот, кто дает этот дар. Потому что написано, дар Божий исходит от Него. Он дает дары. Да, дары непреложны, я согласен.
Но дар, прежде всего, исходит от Бога. И когда мы это понимаем, когда мы понимаем, что не мы своими силами, своими умениями, своими представлениями, своими какими-то, ну, не знаю, своими связями что-то делаем, то тогда, извините, это уже плохо. Бог, который в нас творит все. Хорошо. И очень интересный момент, тут говорится о том, что он научил его способностью учить других людей. Я сегодня хочу вот рассмотреть эту главу в свете ученичества. Ученик, ученичество, учитель. Понимаете? Очень интересно. Человеку Бог дал великие дары для того, чтобы он смог передать это другим людям. Для того, чтобы эти люди, наученные, смогли сделать то Божье повеление, которое он дал третьему человеку, Моисею. То есть Моисей увидел, Бог вложил в сердца людям принести дары, они принесли, он поднял еще одного человека, тот поднял этих, и все вместе они сделали что-то одно, ковчег. Что такое было ковчег в то время? Это было присутствие Божье на земле. Место, где обитал Господь. Если вы помните по Писанию, между двух херувимов являлся он. Помните, да? И получается очень интересно, что все зависело не от Бецалеля, все зависело не от народа, не от Моисея, все зависело от всех. Каждый был в ответе за вот именно за что-то. Но это что-то, даже самое малое, могло просто, ну, это даже самое малое было великим, потому что без этого малого все, что получилось, не могло получиться. То есть я не сильно вас запутал? Хорошо, смотрите. И если вы помните, Иешуа тоже говорил своим ученикам, идите во все народы, он сказал так, что и приближившись, Иисус сказал им, это Матфея, идите, дана мне всякая власть на небе и на земле, и так идите и научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все, что я повелел вам. То есть в переводе Даниила Стерна есть, ну, как бы там немножко смысловой перевод, но мне нравится вот сам смысл. Он говорит, идите во все народы и делайте себе учеников, погружая их в реальность Отца, Сына и Святого Духа. То есть получается, как во времена Танаха Бог дал Бецалелю вот это умение передать то, чему он научен, другим людям, так и в наше время Брит Хадаша Нового Завета Бог дал нам, ученикам, его вот эту способность передавать что-то другим. Для того, чтобы Царство Божие, оно росло здесь на земле. Чтобы Израиль приходил к познанию Мессии. Понимаете? И смотрите, очень важно, что я отметил, что ученик, ну, по Писанию написано, что он не может быть выше учителя. То есть, чему может научить учитель учеников? Только тому, чему он научен сам. То есть, в израильской, я все время люблю вот эти примеры израильской армии. Мне нравится, что в израильской армии, ну, есть много мифов, но есть действительно такие вещи. В израильской армии нет команды «вперед». Есть команда «за мной». Каждый лидер, каждый командир учит своих людей не просто толкать их вперед. Он говорит, я иду вперед, вы идете за мной. То есть, если командир говорит, пройди сквозь стенку солдату, солдат знает, командир три раза проходил, знает четыре способа и поможет тебе еще остаться, при этом получить еще какой-то, ну, навык. Понимаете? То есть, нету бессмысленницы. То есть, учитель учит учеников тому, что поможет им состояться, и то, что сформирует их как личность, сформирует их как, ну, скажем, вот именно как тех мастеров, которые могут что-то сделать. Потому что сделать из кожи, серебра, меди, бронзы ковчег – это надо умение, это надо ведение, это надо коллективная работа. Понимаете? То есть нету такого, что взяла, там, навалили кучу, вот теперь это ковчег. Нет. У Бога все. И вот, вы знаете, вот, когда я разбирался с этой главой, я все время думал, интересно, ну, вот как красиво, ну, там, Ветхий Завет, Старый Завет, многие говорят, это было, не было, но ведь реально Бог был там. И это делали люди, это делали не священники, заметьте, и тот же Бецалель, и его помощник Агив, они не были из колена Левия. Один был из колена Иуды, а второй был из колена Дана. Одно большое колено, второе маленькое колено. Обыкновенные люди. Пряжу там для ткали женщины из разных колен.
ткани, кожу дубили другие люди. То есть делали всю вот эту всю историю не священники, обыкновенные, как бы скажем, наши люди. У нас есть такое понятие. Бог избрал определенных личностей, одинаковых, вот каждая личность, вот только они должны священно действовать. Только они имеют великий дар. А кто же я такой? А я ничего не могу сделать. А я слабенький, маленький. А я же не из колена Леви, я из колена Дана. Ну, колено Иуды хорошо, но я там тоже не князь. Послушайте, если бы эти женщины не ткали ткань, если бы кто-то не приносил этот гвоздь, не было бы ковчега Божьего. В теле Божьем нету больше, меньше. Каждая работа. Поставленный стул – это уже, вбитый гвоздь в ковчег завета. Потому что на этот стул сядет человек, который не знает Господа. И он придет к его познанию. Вы понимаете? Мы иногда смотрим на это все в призме сегодня. Мы смотрим через наши проблемы, через наши какие-то непонятные, ну, какие-то действия. Но давайте посмотрим с неба. Господь говорит в одном месте, что поднимись ко мне на небо и взгляни снизу вверх и посмотри. Давайте мы посмотрим сверху на все, что происходит. Итак, есть еще очень важные тоже такие моменты. Знаете, есть крайности. Смотрите, от Бецалеля требовалось физическое исполнение и воплощение того невидимого, что Бог показал Моше на небе. От учеников Йешуа хотел видеть действие. Да? То есть Йешуа хотел, чтобы они шли и делали учеников. Бецалель хотел, Бог дал Моисею и Бецалеля, чтобы он делал, учил людей, и они строили ковчег. Понимаете? То есть если мы не действуем, то есть мы не выполняем чего-то, но есть второе еще действие. Есть еще второй момент, то, что иногда они-то знали, что делать. Йешуа 3 года учил учеников. Потом Бецалелю Бог дал понятие, как это делать. Он научился и учил других людей. То есть, если вы вспомните, когда Йешуа вознесся на небо, Деяния 1 глава, они стояли и смотрели на небо, как Йешуа возносился. Они долго стояли и смотрели, столько долго, что Господь ангела послал и сказал: «Мужи галилейские, что вы стоите здесь и ждете? Сей муж, который был забран от вас, так и вернется. А вы идите и делайте то, что он сказал». И они пошли и начали молиться в горницу. Ждите обещанного. И они сидели и молились. То есть они же могли сразу пойти и проповедовать, но они ждали. То есть, понимаете, молитва без работы – это попрошайничество. А работа без молитвы – это каторга. Мы должны быть, вот это должно быть единство молитвы и работы. Молитва – это побуждение к действию, это то, что Бог показывает, что мы должны делать. И наша работа уже высвобождает эту постройку ковчега. Бецалель – вот это ученичество, именно ученичество действия. Не просто ученичество ради знания. Я знаю, что слово «Йешуа» означает спасение. Хорошо, а дальше? Что тебе даст в личной жизни слово Йешуа? Что ты сможешь сказать человеку, который нуждается в спасении от слова Йешуа? Что означает, что, знаете, у меня очень часто сейчас, я переписываюсь в интернете с некоторыми людьми, которые исповедуют тоже мессианские евреи, и они начинают, они рассказывают, как это, наши мудрецы. А я спрашиваю, какие наши мудрецы? Йешуа наш мудрец. Он уже нам сказал все. Он сказал: идите и научите все народы, да, а наипаче идите к погибшим овцам дома Израиля. А еще написано, что он ходил и молился, а еще написано, что он шел и делал. Все просто. Но нам надо что-то, знаете, такого сокровенного. А вдруг само собой получится? Чтобы построить ковчег, его надо было строить. Он сам собой не получился. Чтобы община выросла и у нас были хорошие, сильные служения, их надо строить. Они сами собой не получатся. Много Бецалелей в общине без людей, которые... Очень интересное слово. У нас написано в оригинале, может, я просто, у меня синодального нет. Там написано, кого влекло сердце, да? А там у кого было расположено сердце, знаете? А, с усердием. Есть такое понятие с усердием. Я усердно что-то делаю для того, чтобы на меня обратили внимание. Я делаю, все говорят: ух, какой молодец Валик,
Сколько много живет, сколько делает, живет в общине. Послушайте, у кого расположено сердце? Бог располагает наши сердца для того, чтобы мы служили Ему. И очень интересный момент, что молитва без действия, она пустая. Пустое действие, понимаете? Я не верю, что если я прошу Бог, помоги мне, Бог не отвечает. Бог отвечает, но порой Он говорит, делать то, что ты не хочешь делать. Он говорит, оставь свои мечтания, спустись с вершины, иди и приди пряжу. Я пряжу присть. Бецалель делал это. И его имя вписано в ковчег вот такими буквами. Бецалель строил ковчег. Не Аарон, не его сыновья, а человек, который не являлся священником. Место, где обитал Бог, в котором священнодействовали тех, кого Бог избрал священнодействовать. Вы понимаете, как интересно? Писание говорит очень интересно о взаимоскрепляющих связях. Представьте, что мы тело. Хорошее тело, накачанное, сильное, здоровое. Уберите связки с тела. Уберите вот эти нити, которые соединяют вот это все. Мы умрем. Тело будет лежать парализованное. Сильное, здоровое, крепкое, которое сможет свернуть горы. Но оно будет лежать мертвым. Потому что нет взаимоскрепляющих связей. Потому что нет того, что соединяет нас. Итак. Послушайте, к чему я это все сейчас веду дальше. Неважно, какое служение ты несешь в теле Мессии, главное пребывать в нем и делать даже то малое, без чего великое, на наш взгляд, не может приносить пользу. Бог поднимает людей и ставит их на служение. И в этом главное открытости наших сердец и способности быть благодарным Богу за его милость к нам. Не из-под палки, знаете, там, если ты не будешь служить, ты не получишь спасения. Если ты не будешь служить, ты не возрастешь. А из-за благодарного сердца. Наше тело подносит ложку к рту, и мы не говорим, ой, рука, спасибо тебе, какая ты хорошая моя рука, покормила рот, как ты классно переживал эту еду, пищевод, как спасибо, что ты его провел, извините, там остальные функции организма, что вы вывели всякую нечистоту, мы же не говорим это, мы воспринимаем это естественно, но потом мы понимаем, что без этого мы умрем. Почему мы иногда думаем о себе как о части организма? Но мы не думаем о себе, как о теле Мессии, во главе которой Мессия. Он глава, не мы главы. И в теле нету ни одного органа, который бы не был значим. Так же самое получилось с Бецалелем. Бог сказал собрать для постройки ковчега. У народа загорелось сердце. Они принесли, они приготовили, они сделали. Бог сказал поднять этого человека. Бецалель встал, послушался, начал делать. Он научил других людей делать. Они сделали все. И туда сошел Господь, и там была слава Божья. После этого мы не видим ничего про Бецалеля. После этого никто не говорит о том, что он был велик. Или говорили, ой, какой великий Бецалель, он же сделал ковчег. Об этом никто не говорит. Мы видим левитов, понимаете? Чего мы ожидаем просто? Мы ожидаем, чтобы наше имя выбили на ковчеге. Да без проблем. Хотите, можно выбить. Чего мы ждем? Понимаем ли мы, что в будущем то, что мы делаем, важно не только для сейчас, но и для вечности? То, что мы делаем, поможет другим людям. Итак, я хочу сказать такое, знаете, когда-то я думал так, для чего нужна община? Я для общины или община для меня? Для чего община нужна? Чтобы мне помочь, или я нужен для общины, чтобы она существовала? И я знаю, что у многих сейчас есть такие же тоже мысли. Община нужна для меня или я для общины? Вы знаете, мы друг другу нужны. Без нас не будет община, а без общины не будет нас. Служение нужно не Богу, служение нужно нам. Послушайте, Бога нельзя удивить молитвами, Бога нельзя удивить постами, Бога нельзя удивить великими делами, Он не получает от этого удовольствия. От наших молитв он не теряет силу, не приобретает силу, понимаете? Не помолился Бог, оп, на 20 юнитов упал вниз. Плохо, плохо, надо мне поднять, накачать свой уровень силы. Смешно. Бог дал милость нам, лично нам. Нам нужно присутствие Бога. Нам нужно единство в общине. Нам нужна община. И если я буду делать что-то для общины, община будет делать для меня. Потому что это один организм. Ложка кормит рот,
ложка, ну, рука кормит в рот, еда, и оно все тело. Ну, понимаете? Потому что в основном мы ждем, что мы будем сидеть, а вокруг нас будут танцевать. Танцуют и говорят, а мы такие, о, хорошая община, классная община. Послушайте, может быть, кому-то не нравится, что я говорю. Мне тоже это не нравилось. Честное слово. Я смотрел на этих напыщенных служителей и думал, ха, я могу лучше. Попробуйте. Бог призывает всех нас собрать ковчег. Все мы являемся частью Его тела. Все мы без исключения. И нету выше, ниже. Понимаете? Поэтому от нас зависит, будет ли в нашем ковчеге обитать Господь. Будем ли мы теми, кто будет строить? Или мы будем теми, кто будет смотреть и говорить, ну да, я бы построил лучше. Конечно, Бецалелю хорошо. У него вон сколько учеников. А вы хоть одного поднимите. Поднимите одного ученика. Ученик может делать только то, что делает учитель. Если мы сами, ну я говорю про себя, не говорю про вас. Если мы сами ленивы, где-то в каких-то вещах я ленивый, где-то я в каких-то вещах не бодрый, в каких-то вещах я слабый, то как я могу воспитать себе подобного? Конечно, таким, каким я есть. Где-то слабым, где-то таким, где-то таким. Но если мы станем учениками Иешуа, Господа, и мы будем, написано, почему он говорит, что уже не я живу, но живет во мне Мессия. Уже не я со своими похотями, желаниями, имени на ковчеге, но живет Мессия во мне. И тогда мы сможем делать людей, которых не надо будет заставлять. Ну, пожалуйста, знаете, вот этот, я вот честно, я вот вообще не только понял, как это, я не осуждаю другие церкви, где-то есть, но когда выходит человек на сцену и начинает писанием выдавливать деньги. Послушайте, это естественно, в семью приносят деньги, папа работает, он несет, он, ну, не получаешь зарплату и несешь ее соседям. Ну, понимаете, ты приносишь ее в дом. А у нас, или там, ты же не приходишь домой и говоришь, ну, теперь соседи придут, мне сделают ремонт. Ты сам начинаешь что-то делать. Пока мы не, вот этот еще момент, нет осознания, кто мы. То, что я говорил вначале. И созвал Моисей Израиль. Он не кричал там, насмотрщики, загоните Израиль, сейчас слово Божье скажу. Он сказал, у меня есть слово Господне. И весь Израиль собрался. Странно. И он говорит, делайте вот так и вот так. Они такие, опять Моисей деньги вытаскивает с нас. Нет. Они говорят, да ты что, Господь, Моисей, что делать надо? Нести, принесем. И столько начали носить, что Моисей говорит, хватит, хватит, хватит. Моисей, скажи народу, хватит, уже не надо, вот столько уже, вот, вот. И Моисей выходит и говорит, ну, пожалуйста, хватит. И народ такой, а может еще? Знаете, кто на карьер? Я. Кто я? Понимаете? Итак, я делаю последнюю мысль и все. Итак, послушайте, я знаю, что это процесс. Я сам прохожу через этот процесс. Все мы учимся, все мы приходим, написано, из славы в славу, да? Из силы в силу. Мы выходим в откровение, мы получаем откровение, мы растем, мы живем, мы действуем. Если мы сейчас находимся в каком-то таком положении, в котором, может быть, мы не удовлетворены, давайте послушаем Господа. Давайте мы не будем ждать, что за наш... Кстати, очень интересный момент. Вы не заметите, что нигде не написаны люди, которые что-то приносили, что их похвалили, их упоминали. Там написано, тетя Сара принесла 6 метров ткани. Не написано. Но там написано... Женщины принесли. Вы понимаете, о чем я говорю? Давайте мы будем служить Богу, не ожидая от других похвал. Не ожидая, что за это нас поставят на пьедестал. Не ожидая, что все начнут прислушиваться к нашему слову. Что ты сказал? Ух ты, да, 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 ты же служишь, ты же сказал. Давайте мы будем смотреть друг на друга, как на часть организма, как на тело Мессии. И понимать, что главы в нем не мы. Не мы хорошие, а он. А если он глава, то тогда давайте сами будем не судить других, которые что-то делают. Да? Это хорошая глава. Это глава об ученичестве. Это глава о том, что все мы ученики Иешуа. И все мы должны делать себе учеников. Но
учеников не себе лично, а учеников ему. И какими мы их сделаем, извините, такими мы их и сделаем. Если признаться честно перед Богом, что я сам, ну так, образно, хромой и кашу на оба глаза, то простите меня, научу косить и здорового человека на два глаза. Хотя он здоровый. И я прошу тебя, Господь, чтобы ты благословил нас и не было никакого осуждения в наших сердцах. Ты сказал, что Слово Божье, оно полезно для научения, обличения и исправления. Благослови нас, Боже, научиться быть твоими учениками. Научи нас не просто называться, но быть твоими детьми. Научи нас быть как Бецалель, делать учеников. Потому что ты сказал в Слове, что ты снарядил нас. Ты научил нас, и Дух, пребывающий в нас, продолжает нас учить. Научи нас быть твоими учениками. Научи нас делать Божье дело, которое ты будешь сотворять. Которое ты уже сказал нам творить. Мы благодарим Тебя, Боже, за Твое присутствие в наших жизнях. Мы благодарим Тебя за то, что Ты Бог, который изменяет и отменяет приговоры врага. Во имя Иешуа. Амин. חג גדול ליהודים, אספות לרשנים, שירים וריקודים, אבל הראשון